90 минут сценического времени, 13 сюжетов, профессиональные модели, дети, а также директора и учителя челябинских школ. Парад моды на Кировке каждый год представляет новую концепцию шоу под открытым небом. Девиз фестиваля – стильно, модно, креативно. Фактически в течение всего года мы ищем сюжеты, которые бы подошли для показа. Надеюсь, что зрителям понравится. Это опять будут мини-спектакли на каждый показ, это будет много спецэффектов. Конечно, новая одежда, потому что мода меняется, мы стараемся за ней поспеть. В показе с пуховиками у нас будет битбоксер и граффити будут рисовать, пока мы будем вот на протяжении всех наших проходок. Вот. А в показе с шубами у нас уже будет такой более такой королевский выход. У нас будут короны. В общем, все будет очень красиво и классно. А в параде моды на Кировке участвую, наверное, раз пятый. Если честно, я уже сбилась со счета. Сегодня у меня 3 выхода. Первый выход – это магазин женской одежды «Таруга». Мы будем представлять верхнюю одежду. У меня очень классная такая розовая шубка. Я думаю, вам она тоже понравится, достаточно стильная. Второй выход – это у нас дизайнер Чубаева плюс Иванова. Это будут украшения и красивые очень платьишки. И третий выход, наверное, самый интересный. Он у нас будет вместе с живой собакой происходить. Называется он «Охота». То есть мы там будем такие стильные, дерзкие. Прям как слоган нашего сегодняшнего мероприятия. Каждый перформанс тщательно готовится несколько месяцев. В последние дни обычно проходят примерки и прогоны. В течение этого года создавали из брендовых тканей. И оказалось, что у нас перекликаются, как-то вот прям они, не знаю, как-то соединились вот прям воедино. И настолько это мне так и понравилось. И у меня прямо, знаете, такой раз, щелчок. Ну это же вообще просто сам Бог велел, это надо показать. Просто людям нужно показать. Здесь совершенно простые вещи. То есть это городская мода стрит-стайл, но тем не менее здесь есть элементы и спортшика, есть элементы и чистой, прямо даже чистой воды классика, но тем не менее красивый чем, что там такие мазки именно вот летние, там хочется настроение, знаете, солнце хочется, просто праздников. И вот мы делаем этот праздник, и радует то, что и нашим людям это нравится, и они ждут, понимаете? То есть парад вот моды, люди ждут уже, и там и спрашивают, а когда, а чего? Долго мы вообще планировали участвовать на Кировке, давно мечтали. Значит, была идея создать свой бренд, и вот, значит, это как раз и будет презентация нового бренда «Чума». Конечно, очень дерзкое название, но так как я Чубаева Мария, поэтому все лаконично звучит. Коллекция будет непринужденная элегантность, то есть вдохновением для нас служит женщина. Женщина полностью во всех его проявлениях. Это энергия, чувственность, сексуальность. Поэтому коллекция – это сочетание остеокритичности, получается, именно элегантности. Вот. Все элементы у нас выполнены вручную именно для декора. Сюрпризом для жителей Челябинска стала этническая коллекция московского дизайнера Зухра. Пригласили очень неожиданно, можно сказать, буквально вот недели две, наверное, тому назад я узнала об этом мероприятии. Вот, а коллекция в этностиле, она связана с национальным татарским костюмом в данном случае. И, как вы заметили, у нас девушки все покрытые, кроме лица и кистей рук ничего не видно. Это, естественно, связано с исламской модой. Давно изучаю историю костюма, и моя национальная принадлежность об этом говорит. Мне очень интересно именно вот татарский костюм. Поэтому, ну, это плюс к тому же, это очень красиво. Большинство зрителей традиционно посещают парад моды всей семьей. Многие пришли поддержать своих детей, коллег и друзей.
И несмотря на то, что в этот день обещали проливной дождь, погода оказалась на стороне зрителей. Дефиле на Кировке прошло в теплой и дружественной обстановке.